Вновь приветствую вас всех, уважаемые подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий. И сегодня мы вместе с вами в очередной раз посещаем поле боя в игре World of Warcraft. И в очередной раз это храм Катмога, уже второй подряд, хотя я надеялся, что попаду на какое-нибудь другое, хотя бы там Ущелье Песни Войны, Битва за Гилнас, где я смогу потаскать флажки или что-нибудь наподобие того. Но, по сути, выходит, что выходит. Мы, похоже, даже попали на Prem Raid, как вы видите. Против нас довольно много ребят с одного сервера. Это PvP-серваки все, абсолютно. Причем, кажется мне, ну, Сержатель Душ точно, Гром точно. Это PvP-серваки, остальное не знаю. Что у нас выйдет сейчас? Я даже не могу вам толком предсказать. Это будет своеобразный бой, который нам придется, возможно, даже нести на своих хрупких плечах. В плане того, что может оказаться так, что ребята и с нашей, и с их стороны довольно хорошо урон наносят. И придется прилично бегать со сферами. Именно поэтому я сейчас готовлюсь именно к этому, к выносу всего, что может нам помешать. Я имею в виду, просто буду вбегать. Как в прошлый раз примерно, если у меня получится, я буду это делать всегда, если нет, то нет. Плодин, кстати, возьми, пожалуйста, бафик. Ты первый успеешь это сделать? Так, вот, поводи, так, вот так. Так, ну пожалуйста, сбейте с меня. Так, ну, ребят, вы, пожалуйста, можете мне помочь? Нет, не можете. Хорошо, я понял. Понятно. У нас большие проблемы в плане того, что урон у нас ребята плохо наносят. Да, так оно и есть. Смотрите сами. Рулит сейчас тот, кто на центре. И пацаны этого не понимают, да? Ну ладно. Хорошо. Ну. Так. Ну, а сами не хотите в дезинтеграции походить? Ну, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ребят, помогайте сферы отбирать. Я не пойму, вот РДД не могут что ли бить? Я очень не люблю за это всяких там хантов, магов и эйлимов, когда они на таком БГ не используют то, что на всех, кто таскает сферы, стакается дебаф, который надо использовать сразу, как только у них получается. То есть, вливаться в цель, как только вообще это у них возможно. Так, а то. У нас сфероносца, кстати, убили. Я пойду сразу заберу сверху. Вот ты сволочь. До свидания. Парень, я тебе, конечно, с радостью бы помог. Но выходит, как вы видишь, то, что выходит. Так, сферу потерял. Сам виноват. Ты что, правда хочешь меня догнать? Посмотри. Да, надо вот этого хила держать, ребята. Как только мы вообще можем.
Ибо он у них чуть ли не единственный. Так, тихо. Отсюда уходим. Уходим. Там, видите, уже и ребята вовсю. Так, тут уходим чуть-чуть в сторону, потому что нас держит в цели. Оп, вот так, хоп, хоп. Делаем все, чтобы выжить. Так, Пау, херни, пожалуйста, меня. Так, Мак, ты здесь. Ты умер раньше, спасибо. Я ценю твою жертву. Я бы сейчас не отказался поесть. Пожалуйста, сядь и ешь. Рога. Спасибо. До свидания. Я чуть ли не единственный, кто держу. Или держит сферу, поэтому мне надо беречь свою попу. Как я уже сказал. О-о-о, все, бежим. Бежим. Так, мне надо уйти вниз. Оп, не вышло. Зачем я вернулся, я не знаю, но вышло то, что вышло. Я бы постарался, не знаю, там брутальненько так ворваться. А вышло несколько все плоховастенько, я бы так сказал. Нужно срочно сферу брать. Срочно причем. Срочно-присрочно. О, Мак. Я явно чувствую, что тебе... Ну... Так. Бежим. Я верю в то, что я смогу убежать. Поверьте мне. Я просто в шоке. Иногда приходится... Ну, пожалуйста, кто-нибудь. Помогите. Помогите, ребята. Помогите. Все, вот так, все, я сделал, что смог. Пожалуйста, берите сферы. Сферы, берите. Сферы. Народ, ну действительно, я же не могу все время носиться с этой сферой, как в попу ужаленный. Ну тут где-нибудь встанем, давайте и постоим. О, там вверху явно ко мне сейчас придут. Так, это сделали, теперь стоим где-нибудь здесь. Смотрим по сторонам, там, кстати, с той стороны. Пау. Или кто? Где? Пау. Ну-ка, стан держи. Все хорошо. Я бы назвал данное видео «Крутимся как белка в колесе», но, к сожалению, или к счастью, у нас чуть ли не каждое видео я кручусь как белка в колесе. Как бы это смешно не было. Доходит до абсурда.
Так, ладно. Меня это устраивает. Пособие, как выживать рогой в неблагоприятных условиях для вашей жизни, да? Как это еще можно назвать? Я уже не знаю, сколько я держу эту сферу и насколько на мне настакался этот гребаный дебаф. Ну, похоже, ощутимо, потому что я выношу цель, уже находясь буквально в выступлении некотором. Я обратно больше всех очков заработал. Пожалуйста, БГ, закончись. Я очень прошу тебя. Еще немного, и я тут просто кончусь. Где-нибудь здесь в углу. У них, как я вижу и понимаю, довольно много людей левала. По крайней мере, ощутимо обновлялся состав людей, которые, собственно, на поле боя. А почему мне дает мало очков? Я же стою в центре. В центре дает плюс 5. О! Вот это было круто. Я только сейчас увидел, что было 1601 очко. Я в некотором смысле думаю, ё-моё. Так, статистика. Очки победы мы принесли намного больше, чем все. По нейтрализации противников мы намного меньше, чем все. По урону то же самое. Как это ни странно, у нас некоторый паритет по нанесенному урону. В общем, и только один ДК нечестивость буквально врывался. Блин, неудивительно. Хотя ладно, в принципе, будем считать, что он просто бился в толпе и вешал на всех свои болезни. И только этим набил столько урона. Если считать, что он каждый раз вливался в одну цель, это умопомрачительная цифра урона, который он нанес. Я считаю, что мы в очередной раз с вами справились. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, пишите ваши впечатления. До скорых встреч. Всем пока.